Если особо много вариантов не будет. Вратарь у них. А, да, у них. Илья Зайцев. Погнали. Я вижу вратарь. По-моему, у них, да? А, есть, есть, есть. У них Хенри. Проходит на этом дороге. Цент как раз. Надо пить. Ой. Хоть наш розыгрыш и на ближнем. Костя там бежит, я думаю. Да, наверное. Все, что? Что у вас так? Будьте защитники. Назад, ребят. Назад. Нет. КЗшеньки должны. Близо, близо. Да, далеко. Фил, откройся, близо. Нет, 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 нет. И вы проснулись. Идет, идет. Да. Сам чуть-чуть зашел. Давайте, подбор. Опаный в рот. Молодец. Хорош, хорош, хорош. Ну-ка. А че он у меня, блядь? Не дайте ударить. Выносите, некому отдавать, выносите. Фил, бить. Я сам. Как хуёво. Сайт поедет? Нет. Да, может было сайт, но там уже нормально всё. Далеко, левый фланг. Фил. 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 Первое касание по основному будет. Тебе надо будет ошибка. А, у них бот вратарь. Ударил и ударил. Я, ну зачем забраться? Ударил, ударил, но это комбинация надо разыграть. Нормально. Так, вот так. Открываемся под него. И это. Куда? Я, не, ребят, так не надо. Сейчас. Ему на месте. Че за. Ага, давай, забрось. Мне там коробочку эту тоже взяли. У них, кстати, не скоростные защитники, если что можно убежать. Высокие, блядь, пиздец. Бля, ну как так? Лишним. Да не дайте ему навесить. Хорошо. Нет, не двигается. Он будет гребить. Да.
ты не отвечу. Нет. Куда? Везло. Давайте больше движений, больше открываний. Тоже некому дать, реально. Я вот смотрю по движению, вообще мало кто двигается. Тоже зону открывает. Так вверх не кидайте. Вот, давай. Дальняя. Дальняя. Ай, сука. Бля. У меня джойстик это хуйня, блин, дернулась. Прям ждал тычку. Ань, тебе давай, мне давай. Дальняя. Пил. Блядь. Ладно, продолжай. I am absolutely not proud about this goal. Давайте мы всем будем двигаться. Сейчас это чеков ебаные могут сработать. Будет выбрасываться. Может уже более поднимать. Костян, стереги его, потому что у меня на фланге очень живенький игрок, я плотненько с ним работаю. Да, заебался такой. Могу. There will be a minimum of 2 minutes. Бегай. Of added time. Обратно через силу. Да, знаешь. Давай. Цепляйте за мяч. Аккуратнее играйте. Сейфоли. Вы видели, что он тут сделал? Он, который у меня на фланге в защите бегает. Я без мяча бегу, он меня схватил за рубашку и держит. Ну, хорошо, что за рубашку держит. Ну, за футболку схватил, я даже бежать не могу, он не дает. Вот это блокировка, что я так всегда играю в защите. Это толерантная игра, что ты хочешь. Я постоянно, ты начнешь оскаляться, я тебе прямо на твоем пути буду стоять, чтобы ты въебал. Пьевал, голевую не дали. И он вообще не пас давал, это удар был. Это не дали. Похуй, как бы. Да, ну ладно, погнали. Надо еще гольку забить, но при этом... Это чуть-чуть да, побольше движения. Марат на ворота. Вам на в центре не а он, видимо, бота оставил и вышел. Не бежать вперед, открываться. Так, погнали. Я могу забежать по флангу, давайте. Давай. Нормально разыгрываем. На контроле ночь. Мам, красиво упал. Дальний. Не пройдет там дальний, блядь, он закрыт, стоишь там. Ну что там? Никак там не пройдет. Раньше было дальше. Сестры кубок на дальнюю подборочку. Там вот это... Центр не бросайте. Через центр пускай. Внимательно, отлично. По флангу убер. Я в ладости. Не надо. Бля. Нет, убегал. Переводы, говорю же, они плохо работают в этом инфе. Их поменьше нужно делать. Запейте. Еще. Если я... Откройте. Вот фан. Раз, два, три, побежал. Глянь. Глянь, как так? Зона была. Thank you.
Руки. Вверх. А, вот. Раз. Да. Слева там можно. Фил, беги. Да, уже. Нет, нет, нет. Я немножко сместил, чтобы это сместил, да. Ну, не надо было тебе забегать, надо было просто открыться для паса. Так я был открыт для паса, ну ждал. Я тебе давал, ты просто побежал вперед. Зачем ты вперед побежал, потому что два есть. А сколько тебе, Никит, надо секунд, чтобы дать мне пас, я не понимаю? 15? Ебать, все, хатус. Больше можно дать. Рейджить, просто стоять на месте, чтобы эти пасы дала не бежать вперед. Тебе даже ничего не надо было делать, просто стоять. Центр. Было опасно. Центр. Блять, центр же бывает. Я видел. Бля, ну как так? Нифига, хорош. Это на удачу пришло. Дальняя. Давай. Блять, пусто. Да. Надо было раньше. Дальняя. Блядь, ой, дальняя. Хорош. Заграем через запрос. Иди вперед. Останься. Владос, ты останься сзади. Успей, дай. Не надо. Выше, выше.
Измайло, лучше подыграться. Что с ним бегать? Может, подыграешь на этот чувак? Давай. Куда? Не знаю. Ну, пина завтра, да. Наверху один. Блять. Еще 90 минут. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ой. Навешивай. Да, что навесил? Я не умею. У нас еще 2 минуты. Че, мы успеем разыграть? Сендри открывайтесь. Ну рано, блядь. Там без вариантов. Время, давай. Там не было вариантов. Кто знает, есть время, нет, а просто так ты хотел. Ну если 3 минуты добавлены, 5 минута идет, но... Наверное, нету. Немного не повезло. Я гол первый привез. Это факт. Там еще будет, Дэвид? Работы. Увидимся, как говорится, на поле. Всем счастливо, мужики. Пока-пока. Ты не заходит. Ну или могу одну скатать.